Агентство «Рейтер» изменило данные о месте съемок учений украинских военных. Кадры, на которых бойцы батальона «Азов» стреляют из артиллерии, накануне вызвали скандал. По первоначальной информации, сняты они были в районе населенного пункта Широкино. Это в зоне разграничения. Однако при этом на видео тяжелые вооружения, которые по Минским соглашениям должны быть отведены от линии соприкосновения. В российском медиа опубликованные кадры назвали свидетельством того, что Киев нарушает Минские соглашения. После этого агентство «Рейтер» исправило данные. Вместо Широкино местом съемки был обозначен населенный пункт Урзуф. Он находится в другой стороне от Мариуполя, в 45 километрах от города. И расположение там тяжелой артиллерии Минским соглашениям не противоречит.